простой в исполнении, но очень вкусный паштет из вполне обычных продуктов, который прекрасно подойдет для бутербродов в обычный день или для приготовления праздничных блюд. Готовим быстро и вкусно. Хотите приготовить вкусный паштет собственноручно, но боитесь не справиться? Перед вами очень легкий и простой рецепт, в котором рассказано, как приготовить домашний паштет из печени. Готовить его мы будем из куриной печени, она нежная и быстра в приготовлении. Процесс приготовления паштета простой, ингредиенты для него вполне доступны. Перед тем, как подать паштет к столу, выньте его из холодильника минут за 30-40. Удачи! Эти продукты понадобятся для приготовления паштета. Куриную печень перед приготовлением необходимо тщательно очистить и замочить часов на 8 в молоке. Эти продукты понадобятся для приготовления паштета. Куриную печень перед приготовлением необходимо тщательно очистить и замочить часов на 8 в молоке. Через 8 часов удалите печень из молока, просушите бумажными полотенцами. Выложите печень на сковороду. Обжаривайте минут 8-10. Добавьте коньяк и подожгите. Делайте это аккуратно, чтобы не обжечься. Пламя будет гореть секунд 30. Переложите содержимое сковороды в миску. Добавьте соль, перец, мускатный орех, тимьян и оставшееся растопленное сливочное масло. С помощью блендера измельчите все в однородную массу. В готовый паштет можно добавить измельченные орехи, вяленые помидоры или оливки. Паштет мы готовим без консервантов, поэтому он хранится дней 4-5. Чтобы сохранить его на более длительный срок, дней на 10, паштет можно залить растопленным сливочным маслом. В растопленное масло можно добавить лавровый лист, перец горошком или любимые специи. Масло станет ароматным. Вкусный паштет готов. Приятного аппетита!